Здорово, отец. Будешь погреться? Будь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я в первые два раза понял. Песни складывайте лихо. Мы принцессу спасем. За это пусть король нас определит в министрели. Знаете ли вы, что в этом училище учился Виктор Цой? Давай к нам, будем делать панк-рок. Мы группа «Король и Шут», у нас концерт скоро. Мы великими станем, мужики. Есть шанс нас на взлете зацепить. Я не уверен, что мы должны были в ротацию ставить. Это просто панк-рок! Это то, что останется с нами века. Расслабься, чудо. А как мне расслабиться, если я в этот раз к музыке вообще никакого отношения не имею? Пора вырасти из сказки и выходить на новый уровень. Миха, это уход от всего того, что мы с тобой сделали. Кто еще хочет сольную карьеру начать? Так ты что же, его бросил, что ли? Ему надоест, на полпути он обратно пойдет. Эти полпути он может не пройти. Что за зверь? Скажем так, самый опасный из всех. Медведь! Ты сначала делаешь, потом думаешь, а я все разгребаю. Если тебя не будет, твоей жизни моей не будет. Ты понимаешь, что до конца тура просто можешь не дотянуть, Мик? Банки — это про личную свободу. Зачем ты так упорно пытаешься идти за ним? Называется дружба. Перейти в самое интересное.